Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Можем ли мы представить, что уже через 2 года в космосе будет развернуто целое строительство настоящих спутников, космических кораблей и телескопов? И все это на 3D-принтере. Не верится, правда? Но вот компания Archinaut запланировала испытание такого строительства уже на 2018 год. Традиционно, чтобы доставить груз в космос, используются ракеты – не самый дешевый и удобный метод логистики. Именно из-за его дороговизны многие компании, включая SpaceX, создают ракеты многоразового пользования. Но есть и другие способы собирать огромные конструкции в космосе. Один из них – создание робота-строителя, оснащенного мощным 3D-принтером. Компания Made in Space еще в 2014 году представила свой проект 3D-принтера, который работает в условиях низкой гравитации. В этом году стартап собирается отправить на МКС его последователя под названием Archinaut. Прототип был создан при поддержке НАСА, в которой Made in Space заключила 2-летний контракт на $20 миллионов в рамках программы Tipping Point Technology Solicitation. Также создали конструкцию из 3D-принтера и роботизированной руки, которая сможет работать в открытом космосе на орбите за пределами МКС. Роботизированный механизм сможет соединять различные напечатанные детали воедино и прикреплять их уже к существующим объектам. Спектр его применения широк. Archinaut подойдет как для сборки космических кораблей-спутников, так и для другой инфраструктуры для исследований и телекоммуникаций. Если устройство сможет печатать и собирать крупные объекты на орбите, то конструкцию сделают еще более масштабной и оснастят дополнительными роботизированными руками. На данный момент отправка грузов в космос сопровождается целым рядом сложностей. Чтобы объект оказался на МКС, он должен преодолеть гравитацию, уместиться на ракете, пережить запуск, а он не всегда бывает успешным, и выдержать тяжелые условия космоса. В случае с Archinaut инженеры смогут проектировать и создавать объекты, ориентированные исключительно на космические условия. Также не придется отправлять громоздкие конструкции. Достаточно будет прислать Archinaut такие ключевые детали, как датчики, электросхемы, аккумуляторы и материалы для 3D-печати. В перспективе робот-строитель сможет собрать и запустить отражатель для телекоммуникационных спутников, который будет передавать сигналы туда и обратно, а также, возможно, построит 15-метровый телескоп для изучения экзопланет. А что вы думаете по поводу Archinaut? Пишите в комментариях. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся!